Всем привет! С вами Ирочка и моя мама, и вы на канале Ирочка Инфо. Наконец-то наступило мое любимое время года – зима! И скоро мое день рождения – 10 декабря! Ровно через 5 дней, да? Да! Ну, завтра, если мы сегодня снимаем вечером, получается, если завтра выложим видео, то это будет 6-го, значит, 4 дня осталось до твоего дня рождения. И что мы сегодня будем делать? Ёлочку! Да! Тебя попросили в школу принести елочку, каждый ребенок должен принести елочку, и обязательно надо сделать ее своими руками, неважно из какого материала, неважно это бумага, либо ткань, либо пенопласт, у кого какое воображение, да, богатое воображение. Мы решили, что это будет у нас... Картон. Так, что нам необходимо, говори. Картон зеленого цвета, ножницы. Обыкновенный скотч и двухсторонний скотч. Да, широкий скотч. И ватные диски, две пачки. Да, и ватные диски. Просто получилось так, что Ирочка пришла, она приходит со школы поздно, пока сделает уроки, говорит, нам нужно сделать елку. Буквально нам остается сейчас, мы это все снимаем очень поздно. Ребята, так что поддержите, я не знаю, сколько Ире придется спать. Она если ляжет в 12 или в час ночи, я думаю, даже в час, уже в 6:30, в 6:30 она должна обязательно встать, потому что она, у нее где-то, она добирается до школы, ну, 40 минут, иногда 50, до часу где-то, около часа она добирается до школы. А завтра у нас конкурс и гости, и все будут определять елочки. И... Так что у тебя интересная ночка, да? Да. Предстоит. Ну что, поехали? Поехали. Для начала мы должны сформировать... Конус, да? Да. Ты не простудилась к своему дню рождения? Нет. Нет? Давай, сформируем конус. Сейчас мы заклеим немного нашу елочку, чтобы она крепче держалась. Правда, мам? Угу. Давай. Еще немного подправим, и наш конус готов. Он прекрасно стоит, мне нравится. Еще немного вот так подравнять, и все. Все, так наш конус готов, он приклеен. Теперь нам необходим двухсторонний скотч. Мы должны обмотать наш конус полностью двухсторонним скотчем. Давай. Сейчас мы вам покажем, как необходимо сложить диски, чтобы приклеить их на двухсторонний скотч. Ребята, вот наш диск. Надо его сложить 2 в начале и потом еще раз 2, то есть 4. И клеим вот этой вот стороной. Получается вот эта вот пышная такая сторона, получается к вам, смотрит на вас. И у нас получится снежная елочка. Ребята, это занятие успокаивает нервы для родителей. Я думаю, что наша елочка будет самой красивой. Так, посмотрите, теперь у нас первый ряд готов. Сейчас мы будем обклеивать каждый вот так вот ряд. Конечно, это займет немало времени, но это стоит этого, да? Да. Huh.
Прикольно, да? Да. Ой, Варя, да, уже готовы. Итак, доверху. Ну что, работаем? Давай. Давай. Вот мы заклеили третий ряд. Три слоя у нас. Красота? Правда? Да. Давай еще. Так, ребята, посмотрите, сколько у нас тут уже рядов. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хватает одной упаковки ватных дисков, поэтому мы раскроем еще одну, да? Да. Давай, уже время прошло, я не знаю, около часа, мы уже этим занимаемся. В школу нужно отнести елочку, поэтому мы решили сделать елочку своими руками. Я думаю, что этот вариант подойдет, так как для школы, так и как для украшения дома. Да, здесь в каждой упаковочке у нас по 120 ватных дисков. Посмотрим, если нам не хватит эта упаковка, придется открыть еще одну. Вот, ребята, практически закончили еще один ряд, и все. Ой, сколько же мы времени потеряли, но это того стоит. Ребята, наша елочка готова. Да? Не знаю, насколько получилась она красивая, я не знаю, со стороны с камеры, как видно, либо нет. Но мы старались, тем более сейчас уже час ночи. Сейчас, ребята, нам нужны бисеры. Вот Ирочка подготовила бисеры. Покажи бисер такой разноцветный, какой у нас нашелся дома. Мы просто не покупали. И вы можете с помощью клея, видите, мы здесь наклеить на ватные диски бисер. Мы уже сверху вот наклеили вот такой бисер крупный. Она очень нежная, белоснежная. Такое ощущение, что нашу елку покрыл снег. И с помощью суперклея мы аккуратно будем капать наш суперклей на ватные диски и все это заклеим. Давай попробуем. Вау! Ребята, я думаю, что у нас получилось, да? Да. И сейчас уже начало второго ночи, я думаю, что вы нас поддержите. Глаза у Иры уже совсем красные, она как вампир. Завтра у нее еще открытое занятие, придет директор, кто еще придут? Гости, да, с других школ, сказали. Придут и будут. Ира выучила такое огромное-огромное стихотворение. Ну скажи одну строчку, это на румынском. А ну скажи одну строчку. Про зиму. Скажи давай одну строчку стихотворения. Зима ниндзя, ноптя ниндзя, зменяться ниндзя яр. Козали аргентие, всем браком индра царь. Я ничего не поняла. Сори ли ротунчи пали. Все, я все равно ничего не понимаю, потому что я не знаю румынский язык, а Ира знает. Так что поддержите нас, ребята. Я думаю, лайк, что мы заслуживаем лайки. Да, кто хочет... тоже делайте такую елочку. Можете нам в комментарии написать идеи, как вы дома делаете елочки. Вот. Я думаю, что учительница удивится, да, ей понравится. И подписывайтесь на наш канал. Всем огромное спасибо за поддержку. Пока-пока! Сейчас необходимо обклеить конус двухсторонним скотчем.